Всем добрый день! Нам понадобится стакан овсяных хлопьев, любых. Можно их измельчить блендером или в кофемолке. Затем берем два яблока, их нужно очистить и натираем на терке, можно на крупной. Добавляем к измельченным хлопьям овсяным, затем чайную ложечку сверху меда, изюм, 50 мл растительного масла. И тщательно затем перемешаем. Подготовим противень или форму, смазав лист маслом растительным. И выкладываем нашу массу, уплотняя ее хорошо. И затем придавая форму печенья. Можно сделать в форме батончиков тоненькие небольшие кусочки, чтобы были, можно квадратные. Затем отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах. В конце можно добавить за 5 минут где-то 200 градусов, чтобы подрумянилось наше печенье. Печенье получается хрустящим, очень вкусным и полезным, особенно для тех, кто не употребляет яйца и пшеничную муку. На этом все.